Прекрасная новость для поклонников Чаатая Улусоя. Сериал «Портной» с момента начала трансляции на Netflix покорил сердца пользователей платформы и находится на вершине рейтингов. Согласно официальной информации цифровой платформы Netflix, сериал, главную роль в котором сыграл Чаатай Улусой, достиг 26 140 000 часов просмотра за первые 6 дней и сразу же занял первое место в списке неанглоязычных сериалов Netflix. Проект вошел в топ-10 в 62 странах. Это лучший старт среди турецких сериалов, по которым у нас есть официальная информация. Проект продюсера Анура Гевенатама был в топ-10 среди сериалов Netflix в 71 стране мира. На второй неделе показа он уверенно лидирует среди всех неанглоязычных сериалов Netflix в мире. В связи с успешным показом сериала в мире, Netflix решил поторопиться с выходом второго сезона, премьера которого состоится уже 28 июля. Поклонники надеются, что третью часть этой захватывающей истории они смогут увидеть уже в этом году, а не как первоначально заявлялось в 2024. Любопытно, что режиссер сериала Джем Карджи, известный своими успешными проектами «Ветреный», «Красная комната» и «Амир», установил новый рекорд, сняв первый турецкий проект на Netflix, в котором все три сезона были сделаны одним режиссером. Во втором сезоне сериала «Портной» будет уделено особое внимание матери главного героя Чаатая Улусой Ираз. Эту роль сыграет Иврим Аласия, известная по работе в сериале «Клюквенный шербет». После потери Эсвет Шифаноргюль Пиамид будет зол и расстроен. Главная цель Димитрия – это заполучить девушку. В то же время Пиами начинает сближаться с Джемре Берак Тюзюнатач, получив новую информацию о своей матери. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете следить за последними новостями турецкого шоу-бизнеса в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.